И всем привет, и вы на моем канале, и сегодня я буду вместе с вами буду пробовать турецкие сладости. Поехали! Итак, у меня тут на всякий случай лежат ножницы и канцелярский нож. Давайте начнем, например, с сосательных конфеток. Такие вот сосательные конфетки из нашего отеля. Давайте. Открываем. Такая вот. Она очень вкусная, вкус ягоды такой, но я ее есть не буду сейчас. Так, все. Эти конфетки очень вкусные. Давайте дальше попробуем жвачки. Вот есть такие вот жвачки. От фирмы Фалим. Я не понимаю, что здесь написано, как я поняла, это с арбузом. А это у нас классические. Давайте начнем с классических. Сейчас я их повторю. А, вот тут линия есть красненькая. Прям как у нас. И... Так вот, одна штучка выскочила. Давайте ее и откроем. И вот тут, как вижу, я много штучек, давайте возьмем одну. Опа, вот. Так, вот такая вот, такого желтенького цвета, давайте я попробую. Знаете, это как травы какие-то. И вкуса очень мало, я не знаю, может это какие-то диетические, что ли. Фу. Да, я не буду это есть. Давайте теперь арбузные откроем. Сами эти арбузные очень вкусно пахнут, просто ну, прям как обычными арбузными конфетками. Я надеюсь, на вкус они будут такими же вкусными, как и на запах. Тоже желтенького цвета. Фух, я уже ее выплюнула. Есть чуть-чуть какой-то привкус арбуза, но как она пахнет, такого нету. Что ж, еще осталось три сладости. Давайте попробуем вот эти вот рокко со вкусом граната и клубники. Так, сейчас я попробую открыть. О, давай. Ладно, это долго. Итак, я открыла канцелярским ножом. Это вот такие вот конфеточки. Я не знаю, что это такое. Давайте попробуем. Пока что это лучшее, что я пробовала из этих всех разных штучек. Это очень вкусно. Всем советую вот эту фирму Rocco City Shaker. Там очень много всяких разных вкусов. Но я выбрала вот этот. И он мне понравился. Очень вкусно. Я уже сосала эту просто вкусную штучку. Но еще осталось две вещи. Давайте попробуем такие штучки. Тут написано турецком, я не понимаю. Но тут внизу написано, что карамельный аромат. Давайте откроем. Так, сейчас я открою ножницами. Так, я открыла. Такие кулешочки черненькие с шоколадом, как я уже поняла. Это просто такая вкусняшка, это самое вкусное. Самое вкусное это рокко и вот это. Что же, остался у нас последний предмет. На сладкое сачок. Сачок с вишней. Вот такой вот тамик какой-то, тоже на турецком. Я, как обычно, ничего не понимаю. Давайте пробовать. Он похож на наш российский сок, но он чуть-чуть кислее. Со вкусом вишни, кстати. Что ж, и на этом все. Я надеюсь, это видео тебе понравилось. Ты обязательно поставишь мне лайк. И подпишись на мой канал. А с вами была я, Камиля. Сегодня пробовала турецкие сладости. Пока-пока!